Всем привет, это я Проклятие, и сегодня хочу вам показать топ-10 лучших моих анимаций, по крайней мере по просмотрам. Начнем мы с самого малого и постепенно будем подниматься все выше и выше. И поэтому 10 место, что если Луи станет королем крыс, 41 тысяча просмотров. Что будет, если Луи станет королем крыс? Опять чинить, ладно. Убейте его, мои крошки. Так, получится... Так держать, мы захватим весь мир. Убейте всех, всех. Я знаю, это твои крысы. Ты за все ответишь. Этого ты не знал. Спасите, спасите. Пожалуйста, не убивай, пожалуйста. Да, я король крыс. Я живой, он всех убивает, пожалуйста, спасите нас. Он нас всех убьет, крыса, его крыса. И 9 место, что если Чиппи станет музыкантом. 42 тысячи просмотров, на 1 000 больше, чем предыдущее видео. Что если Чиппи станет музыкантом? Блин, не хватает денег на аренду, что же делать? Это идея. Можно сыграть на гитаре. Эй, рядом с тобой, рядом, всегда танцуем и поем песни. Поцелуй, поцелуй, эй, поцелуй, даже песни. И поем, поем с тобой о чем-нибудь не знаю. Нет, этого не хватит. Надо еще сыграть песню, только на чем. Ух ты, музыканты. Отвратительно. Ух ты, прикольно. Вау, вау, интересно, интересно. Круто, молодец, продолжай. Вроде бы нашел и потерял, и когда опять найду, не потеряю больше никогда. Ух ты, круто, брависмо, брависмо. Как добились таких успехов? Надо было за квартиру заплатить. 8 место, одно из первых видео на моем канале, типичная логика в Suspects, 53 тысячи просмотров. Динозавр, почему? Да кто там орёт? Динозавр. Спасибо, динозаврик. Я крокодил. Ну ладно. Динозавр. А? Чё, в люке? Да. Как ты там? Мила сделал задание чемоданы за 1 секунду. Я не делал, я просто смотрел за тобой. Это точно не динозаврик, он светит. Я крокодил. Убудьте карточки, он донатил. Нет у меня никаких карточек. Чего? Ну да, он донатил, я предлагаю его нафиг. Ты чё, издеваешься? Только дракона не трогайте. Я крокодил. Динозаврик, голосуй за Бетти. Никс, тупой, блин. Динозавр. Да, отстань. Ладно, я тут постою. Вот, ты слышишь? Да, фифик. Ладно. Динозавр убил Дюка. Во-первых, я крокодил. Да он еще говорил, что убудьте карточки, но он мирный. Тем более. Вы издеваетесь? А вот 7 место выходило не так давно. Мстители в Suspect. 70 тысяч просмотров. Так интересно, что в книжке? Ай-яй-яй-яй-яй, умер. Ага, спалился? Ты убил его? Нет, о, я не знаю, как, я просто повернулся, он тут лежит. Расскажешь. Да я-то знаю, что ты просто не успел убежать. Я честно говорю, а слушай, а мы что, мститель? А, мститель? Ну, мститель, типа я мирный, он хотел меня покарать и сам умер. А, то есть ты у нас еще и мирный, оказывается. Да-да-да, честно, честно. Чем докажешь? Мамой клянусь, брат. Ты? Я. Клянешься? Да, клянусь. Твое слово ничего не стоит. Ну, почему уже? А я уже играл с тобой. А, да, блин, точно. Ага, да-да-да. Но это было другое. Сейчас я правда мирный, честно. Думаешь, я тебе поверю? Ну, да. Нет. Ладно, нет, как нет. Жаль тебе, брат. Печально, конечно. Все, прощай. 6 место. Что если Джейд станет телохранителем в Suspects? 114 тысяч просмотров. Что если Джейд станет телохранителем? Берегись! А, спасибо, Джейд, спасибо. Ну иди сюда. Больше ты никого не убьешь, никого. Картиночка интересная, конечно. Джейд, спасибо тебе большое.
Это моя работа. Нина, ты вынапала, Яра. Это могла быть я. Спасибо тебе большое, Джек. Не за что. Я бегу на помощь. Держись, Дебби. Спасибо, Джек. Ты спас мне жизнь. Да я просто телохранитель. Скоро тебе понадобится телохранитель. И наша середина, пятое место. Что если добавить волшебный компьютер в Саспект? 243 тысячи просмотров. Короче, мне нужна помощь с компьютером. Он барахлит и лагает. Окей, сейчас все починю. Так, что у нас здесь? Ага, вижу такие вот неполадки. Как починить компьютер? Я его убью. Так, собственно, сейчас настроим винду. А установить параметры жизни, что, ну, допустим, все добрые. Прикольно. Реально загрузка пошла. Готово. Ну, короче, все готово, компьютер, по идее, должен быть в порядке. Ой, спасибо тебе большое, ты мастер на все руки, Финн. Да, не за что, рад стараться всегда. Ой, ну и сколько все это будет стоить, а? Да нисколько, не надо. Нет, я настаиваю, я хочу заплатить тебе деньги. Такое чувство, что компьютер волшебный. Тогда пусть кристаллы падают с неба. Ну-ка, ну-ка. Надеюсь, получится. Готово. Да, действительно. Компьютер волшебный. Я могу делать, что хочу. Управлять этим миром. Я богатый. Я самый крутой. Четвертое место. Что если Паула станет доктором? 257 тысяч просмотров. Что если Паула станет доктором? Давай, давай, пошли, пошли. Сюда. Так, так, спокойствие. Сейчас все будет. Не переживайте. Так, сейчас мы вас подлутаем. Главное, его не трогайте и будете полностью здоровы. Спасибо, доктор. Обращайтесь. Эй, Кейт, кто пытался тебя убить? Кто это? Я не видела, он со спины на меня напал. Ясно. Ну, поправляйся. Доктор, у меня болит голова. Да, тогда примите вот эту вот таблетку, и все пройдет. Спасибо. Да, всегда пожалуйста. Так, ДНК. Дон совпадает с ДНК на Кейт. Значит, он убийца. Да, вот этого не надо было делать, доктор. И вот мы уже подобрались к третьему месту. Что если в Саспектс все будет наоборот? 317 тысяч просмотров. Что если в Саспектс будет все наоборот? Готово. Слушай, Никс, вот тут лежит Джет. Как думаешь, кто его оживит? Не знаю, но пока мы тут стоим, никто. Пойдем. Окей, да, пойдем. Так. О, вот так-то лучше. Сейчас тебя оживлю. Никого нет, отлично. Так, надо делать задание, Один есть. О, Джек, кто тебя оживил? Говори быстрее. Тёк, ты какой-то странный, я и не оживал. Я был всегда живым, я делал задание, свечу. Так, это нам ни к чему, какой коварен. Кто-то поставил бомбу, Джейд. А чё сразу я? Я вообще... Так, этот провод сюда. Всё, вернул. Отлично, теперь оживитель проиграет, и мы взорвёмся. Только бы не взорвались, Второе место занимает «Что если бы детектор лжи существовал в Саспекте?» 411 тысяч просмотров. Ясно. Сейчас найдём убийцу. Он должен быть где-то здесь. Ага. Кто-то из вас убийца, парни. Мы это узнаем с помощью детектора лжи. Проверка, ты Дюк? Да, я Дюк. Это правда. Ты убил Луи? Нет, я не убивал Луи. Угу. Так, видимо, это... Ага. Свет пропал. Так, сейчас починю. Вот. О, отлично. Видимо, это правда, ты не убивал. Ну, давай тогда я... Никс, это ты убил Луи? Нет, я его не убивал. Так. По-моему, ты врёшь, да? Не докажешь! Так, спокойно. Опять вредили. Хорошо, что не знал, что детектор лжи не настоящий, его не существует. В смысле не настоящий? Ну как ты узнал, что он убийца? Это моя работа, раскусывать обманщиков. Это я умею. Ну, это секрет. Ладно, а что с ним делать? Арестовать. Завтра его ожидает суд. И золото, то есть топ-1. Что если Бетси спрячет труп? 855 тысяч просмотров.
Слушай, Бетти, мне тут надо инструменты разложить. А, знаешь, не надо, я уже сам разложил инструменты, да. Все на месте. Ну ладно, до скорого. О, про канала. Так, надо его перенести. Добрый день, Бетти. А что ты там тягнешь? Все, картоплю я, Кусь. Так давай я тебе-то поможу, чувача. Нет, не картошку, я тебя, ну... Мабуть, сюрприз хочешь сработать, а? Да-да-да, сюрприз, специально для вас. А, ну то добре, не буду тебе заважати. Бувай. Фух, опять прокатило. Так, спрячу его сюда. Слушай, Бетти, мне надо люк прочистить. Так я на прошлой неделе чистил, еще вроде чистый. Нет, график есть график, пойду чистить. А, ну, ладно. Черт, тропа! Ну что ж, на этом видео подошло к концу. Это были все топ-10 анимаций, самые лучшие по саспекту. Если вы увидели какую-то анимацию, которую раньше не замечали почему-то, можете написать об этом в комментарии. Подписаться на канал, поставить лайк тоже можно. Всем пока.